у нас очень сильно падают рейтинги. Агарио, Слизер очень сильно отбирают у нас всех игроков. Что нам делать? Что нам делать? Так, надо над этим очень серьезно подумать. Давайте будем думать. Six and a half hours later. А давайте возьмем Агарио и скрестим его с World of Tanks. Агарио и World of Tanks. Вот это действительно четкая идея. С вами Майки Чародей, Антон Чалей, и сегодня мы рубанемся в очень интересную игру. Они взяли и скрестили танки и Агарио, Агарио и танки, танки и Агарио. И получилось World of Tanks Агарио и О. А, подождите, нет, у них получилось DPO. Как вообще правильно это читать? Давайте спросим у Google. Давайте прослушаем, что получится. Deep.io. Deep.io, а если на английском? Deep.io. Так, все, играем в Deep.io. Пуховичок. Итак, мы начинаем. Видим, короче, танк. Танк, похоже, как Агарио, только с пушкой. Он стреляет разными шариками, это, походу, как заряды. Вы видите, у него две пушки. Вау! А, и тут какая-то прокачка есть слева, если вы заметите. Смотрите, так у нас чего-то X4. Так, прокачиваем. Тут можно тюнинговать свой танк. Да, это четко. Так, оп. Большой какой-то корм. Это, видимо, по ним надо стрелять. Так, по ним стреляем. Так, отбивай маленькие шарики, как в Агарио. Это вообще, конечно, эпичная просто игра. Хардкор какой-то у чувака. У чувака две пушки. Стреляем по нему. Давайте, мы такие типа борзые. Мы сейчас убьем. Убьем. Давай. Так. Убиваем. Нихера себе. Что это из нас стреляет? Почему мы одним таким зарядом? О, у нас есть еще прокачка. Затюнингуем полностью, так сказать, свой танчик. Попадаем под раздачу. О, чувак тормознул. Surprise, motherfucker. Так. Все. Вот это реально хардкорная просто игра. Давайте еще раз. Пуховичок. Так, пуховичок. Все, оп. Вот это было бы... Вот это было быстро. Так, давайте. Давайте. Пух. А, давайте Винни-Пух. Винни-Пух. Пух. Все, Винни-Пух. Так, все, хардкор игра. Жмем по квадратикам, жмем, стреляем. У нас... Что у него с пушкой? Почему? Нихера у него пушка. Чуваки, зацените. Зацените у него пушка. Нихера себе. Хера себе. Так, Винни-Пух. Винни-Пух. Давайте не пуховичок, а Винни-Пух. Так. Все, мы играем в эту хардкорную игру. Стреляем. Так. Давайте. Ха-ха-ха. Ну нам... Вот это большой был. Так, все. Нам нужно бить. Мы, блин, начинаем просто дико бить во всех. Второе умение все. Later. У нас уже 6-й уровень. У самого первого 102 тысячи. У нас всего лишь 215. 215. Все, давайте будем серьезными. Давайте возьмем какую-нибудь тактику. Нам нужна какая-нибудь тактика. У вас есть предложение какой-нибудь тактики? 6 hours later. Вау! Так, все, это очень напряженно. У нас это настолько все напряженно, что у нас даже закончилась память на флешке, поэтому у вас нету видео. Так, да, 40-й уровень все-таки не так легко добиться. 40-го тут везде все стреляют. Дикий замес. Нет, не стреляйте в меня одного, не стреляйте. Я живу. Все. Извините. 40-й уровень. Все.
Вы меня пока не видите, вот, но я думаю, скоро увидите. Все. Это реально хардкорная игра. Просто взрывной хардкор. Очень сложная игра. По сравнению с Агарио и по сравнению с Сезарио, это просто очень сложный гибрид. Ваши комментарии с прошлых выпусков тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят, ну, сейчас, наверное, больше, чем 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!